Пропускная способность канала «Совай» – более 1 кубометра воды. Отсюда ее получат более 500 гектаров полей. Работаем 5 дней в неделю с утра до ночи. Протяженность канала 8,5 километров. Если достроим за 2-3 дня, поливная вода дойдет до дальнего села. А это канал Семенов в поселке Гульчар. Они весной его отремонтировали. Водой отсюда пользуются 80% жителей села. Эти лотки были достаточно старые. В этом году мы заменили их на новые. Сейчас установлено 330 метров лотков. Будет проложено еще 300 метров. Тогда общая стоимость составит 4,6 миллиона сомов. Канал Семенов получает воду из реки Гульча. Каждый год на этом месте происходил поток. Канал был переполнен. В этом году обе его стороны огорожены и укреплены специальной сеткой. Каждый год здесь было наводнение. Канал был заполнен. В этом году мы предотвращаем наводнение и закрываем берега сеткой. На балансе Алайского районного управления водного хозяйства находится 7 каналов. На их ремонт и очистку в этом году выделено 15 миллионов сомов. Алена Смирнова, Мырзаджигит Маматкеримулу, Нурбол Таланбекулу, ЛТР, Ошская область.